Здравствуйте, дорогие друзья! Пока мир привыкает к новым реалиям, и для того, чтобы выйти на улицу, сегодня практически на любом континенте Земли нужно при себе иметь обязательно медицинскую маску, перчатки и, желательно, антисептик. Все это стало дефицитным продуктом. Наша телерадиокомпания не подвергает опасности ни наших экспертов, ни наших коллег. Поэтому теперь часть интервью мы будем писать с помощью различных мессенджеров. И сегодня с нами на прямой связи находится специалист по безопасности, кандидат психологических наук Алексей Филатов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, как никто другой, знаете, как вести себя в экстренных, сложных ситуациях, поскольку вы принимали участие в операции по освобождению заложников в Буденновске и хорошо знакомы с тем, когда в обществе хаос, паника, тревога. Сейчас в мире все, кто сидят дома, кто ходит на работу, все обсуждают только одно – коронавирус. Как спастись, куда бежать и как не сойти с ума, находясь на самоизоляции? Скажите что-нибудь спокойное и успокаивающееся тем людям, которые сейчас очень переживают. Самое важное, мне кажется, профилактика вот этого заболевания – это самообладание и самообладание. То есть не надо, главное, подвергаться этой панике и страху. Почему? В первую очередь, почему? Потому что, во-первых, это не смертельный вирус, ни капельки не смертельный. Но загоняя себя страхом, вы подвергаете так, через нервную систему свой организм некому стрессу. И вот в этом стрессе вы можете на самом деле быть уязвимым. Надо просто понимать, что он прежде всего опасен, особо опасен именно людям, которые на самом деле уже взрослые или просто нездоровые, имеющие какие-то серьезные заболевания. Вот им надо профилактировать с особой серьезностью, стараться не контактировать вообще с такими людьми. Почему? Не только с больными, а вообще с людьми. Потому что многие из них с вами, кто, в общем-то, абсолютно здоровый, являются носителем этого вируса и не понимают этого. То есть переносить на ногах, думать, что у них просто там ОРВИ сопли пошли. На самом деле он может таким образом заразить человека старого и больного, и вот его жизнь тогда будет подвергнута большой опасности. Мы все эти цифры знаем. Практически получается так, что у людей старше 75 лет, так скажем, смертность при заражении, она достигает там 80%. У там, детей и людей там, не старше 17 лет, она там 0,01 доля процента, то есть практически вообще никакой смертности как таковой от этого вируса нет. Поэтому самое главное, я считаю, не поддаваться панике, не ослаблять свой иммунитет и постараться поберечь вот этих людей, которые находятся в серьезной зоне риска. Даже если это ваши бабушки, дедушки, и вам надо подвозить им лекарства, надо с ними, в общем-то, вести какую-то психологическую работу, чтобы они себя спокойно чувствовали. Еду им надо подвозить. Все это делать надо очень аккуратно. Вот как раз с использованием масок, с использованием перчаток одноразово. И вот именно беречь их. Потому что, еще раз говорю, вы вполне здоровый человек, можете теоретически быть носителем этой заразы. Но, к сожалению, сейчас сдать анализ у нас может только, если вы вызовете скорую помощь, она к вам приедет. Если врач решит, то у вас все признаки коронавируса похожи, только тогда у вас возьмет анализ. Алексей, вы знаете, в общем-то, я понимаю, что вы мыслите логично, и так оно и должно быть. Но когда ты включаешь телевизор, когда ты смотришь информационные ленты, просто люди находятся в этом массовом страхе. И это не только Россия, это и другие различные страны мира. Вот как избавиться, вы все-таки кандидат психологических наук, вы знаете какие-то приемы, может быть, упражнения. Как выйти из этого вот, из этой лавины страха, когда заснуть невозможно? Ты просыпаешься, ты уже весь в тревоге, сердце колотится, думаешь, боже, конец света! Как из этого выходить? Как, понимаете, жить полноценно все-таки и не бояться вот этого вируса, который ходит с короной на голове по миру? Ну, знаете, вообще, конечно, отношение человека к стрессу у каждого свое. И оно во многом зависит
от вашего характера, от ваших генетических предрасположенностей. То есть, что вы за человек? Я поэтому всегда, когда даю интервью, говорю, что там воевать в спецназе может далеко не каждый. Там может великий спортсмен, мастер спорта по рукопашному бою, когда увидит рядом с собой убитого товарища, он потеряет самообладание и не сможет шага сделать в сторону там препятствий, и тоже будет убит из-за того, что просто парализует ноги. И это не его вина. Это, ну, такая природа, так люди по-разному относятся. Но мне приходилось, например, вот, ну, в какие-то моменты проходить такие точки страха. Кстати, я думаю, каждый из нас такие точки страха проходил, и каждый по-своему с ними боролся. Ну, например, первый выход, например, из самолета с парашютом. Вот, в принципе, нет, ничего страшного в этом нет, на самом деле. Вот я вам просто говорю, ну, вот свой принцип. Я всегда к этому отношусь так, опять же, логически, математически. Я не первый, я не последний. Миллионы людей выходили из самолета и приземлялись благополучно. По теории вероятности, что у тебя что-то произойдет, она ничтожно мала. Также и в этой ситуации мы переживали эти эпидемии. И переживали эпидемии много более серьезные. И вирусы эти, там, типа оспы, холера, они передаются еще легче, чем коронавирус. Но человечество выжило. Не было такой медицины, не было, ну, такой социализации общества, когда на самом деле страна стране уже помогает. Люди как бы направляют общие ресурсы. Алексей, вот, кстати, про страны. Про страны. А как вы оцениваете подготовку России к коронавирусу, к борьбе с коронавирусом? Потому что одни считают, что Россия замалчивает, ЕС даже объявила, да, о том, что Россия замалчивает реальные цифры больных коронавирусом. С другой стороны, наши власти, они держат олимпийское спокойствие, и спасибо им, кстати, за это, что они не сеют панику, как понятно, что в Италии ситуация другая, и они, наверное, более эмоциональные сами по себе люди. Но если бы я увидела обращение премьер-министра или президента в таком ключе, как это выглядит в Италии, понимаете, я не знаю, что бы со мной было. Наверное, спать и есть было бы невозможно. Так вот, все-таки, как вы оцениваете подготовку страны? И вы все-таки человек, который отдал много лет государственной службе, да, и вы работали на родину, за родину. Скажите, пожалуйста, вот двойной вопрос у меня. С одной стороны, подготовка, а с другой стороны, как вы думаете, вот нашу страну недооценивают на Западе? Вопрос на самом деле интересный. Начну с чего? С того, что, вот, ну, не знаю, кто как, я не питаю иллюзий по поводу возможностей нашей медицины. У меня десятки случаев за последние там, 15 лет со мной лично, с членами моей семьи, с моими друзьями. Ну, на некоторые вопросы наша медицина вообще ответа не может, не имеет, по крайней мере, на территории России. И тому подтверждение, ну, сплошь и рядом в случае артисты, чиновники, олигархи, они все едут лечиться куда угодно, но только не в России. Редкий случай. Ну, вспомним любые там моменты. Но что я вот считаю все-таки основным, так скажем, помощником в борьбе с коронавирусом в России, это наш менталитет. Наша ментальность. Во-первых, понимаете, в чем дело? Мы, так скажем, живем в более сложных условиях, климатических, социальных. Нам приходится выживать. И из-за этого у нас, в принципе, так скажем, десятилетия, и идет естественный отбор. У нас живут только сильнейшие. Вы поймите, из-за того, что у нас может быть не настолько доступна дорогая медицина страховая, может быть, в этом есть даже плюс. Потому что мы привыкли и ПРВИ, и грипп, и ангину лечить бабушкиными методами. Потому что, в общем-то, часть населения просто не может себе позволить дорогих антибиотиков. И не приемлет их в каком-то смысле. Из-за того, что мы лечимся вот этими домашними всякими вещами, бабушкиными всякими банками, припарками, у нас просто от этого, из-за этого иммунитет лучше. Мы его не подвергаем вот этой, из-за того, что у нас, так скажем, слабая экология относительно европейских стран, мы меньше потребляем. Чем меньше потребляем, тем у нас сильнее свой иммунитет. И мы более спокойно, я уверен, будем переживать
вот это заболевание коронавирусом. Легче его на ногах будем переносить. То, что касается по Италии, ну, знаете, когда там умирает народ 500-600 человек в день, даже относительно небольшой Италии, но в средний возраст у них 80 лет. Понимаете, 80 лет. Вы знаете, ну, я боюсь, у нас таких взрослых людей, в общем-то, не так много, как у них. Ну, пусть так и будет, как говорится, ваши слова да Богу в уши. Алексей, я хочу спросить о вашей книге «Люди А». Она называется, она стала бестселлером в 2019 году. Скажите, пожалуйста, а почему люди, которые сидят сейчас на самоизоляции, просто обязаны прочитать эту книгу, потому что она в том числе относится и к борьбе с коронавирусом? Ну, во-первых, вы знаете, я вот, когда мне сейчас спрашивают про коронавирус, как себя вести, вы знаете, во всех вот процессах, в том числе, например, в процессе борьбы с терроризмом, есть какие-то общие вещи, которые присущи другим процессам. Вот вы правильно сказали, что, а как вот в этой экстремальной ситуации, связанной с вирусом, какие параллели можно провести с ситуацией в борьбе с терроризмом? На самом деле, очень много. Поэтому я считаю, во-первых, эта книга, она интересная сама по себе, чтиво интересная. Обычной жизни обычных людей, которые ежедневно, там, на протяжении нескольких, многих лет, подвергают себя смертельной опасности и тут рискуют и отдают свою жизнь за жизни им незнакомых гражданских людей. И это их работа, и они эту работу любят, ценят. Я приоткрываю занавес, как бы немножко изнутри показываю их жизнь в этой книге, их отношения в семье, переживания жен относительно того, что мужья вот, в принципе, занимаются такой серьезной работой. Потому что я еще раз говорю, я просто пишу каких-то геройских там спецоперации, хотя и это немножко так есть. Я больше пишу о обычных людях, которые занимаются необычной профессией. Алексей, скажите, а вы сами на самоизоляции находитесь? Нет. Вы знаете, я вынужден находиться на самоизоляции, потому что, ну, практически, наверное, большая часть моих знакомых, там, партнеров по какому-то бизнесу, она сейчас приостановила свою деятельность и старается, ну, без какой-то жизненной необходимости лишний раз не передвигаться, не контактировать. Но мы все равно собираемся с друзьями, паримся в бане, обсуждаем последние новости. Еще раз говорю, вот просто стараемся, еще раз говорю, не контактировать с людьми, которые вот в зоне риска находятся. Алексей, что делать тем, кто на самоизоляции? Небольшой топ лично от вас, чем заняться для того, чтобы выйти после этого карантина более здоровым, счастливым, умным, молодым и, может быть, даже беременным? Беременным это точно получится. Уже много таких случаев было. Там, даже если взять там прошлую нашу, скажем, русскую деревню, всегда почему-то, в общем, зачинали людей после того, когда собирали весь урожай, когда к зимней спячке ближе, тогда, в общем-то, все зачатия были. Здесь ситуация такая, знаете, на самом деле, когда вы меня спросили про самоизоляцию, все равно темп жизни пришлось уменьшить, причем в разы. Вы знаете, меня вообще, как скажем, эта изоляция, этот карантин настиг, можно сказать, на пике своей творческой активности. У меня было 10 дней до первого моей в жизни спектакля. То есть я ставил спектакль по книге «Люди А». То есть я в течение последних 2 месяцев вел такую активную жизнь. Я, не знаю, я жил на площадке, я общался с артистами, я занимался режиссурой. И вдруг все прекратилось. Понимаете, все одним разом, все, одно постановление, и все. И вся работа, и все, что было сделано, встало. Вы знаете, такое ощущение, что земной шар перестал для меня крутиться, мой внутренний. Но я не знаю, вы знаете, человек ко всему привыкает. Давайте не сравниваем там людей, которые сидят там в тюрьме в одиночной камере, например. Мы все-таки дома с родными. Это радость, наоборот. У нас меньше стало работы. У нас больше времени заниматься родственниками, детьми, собой. Да это, наоборот, классно. Мы, не знаю, можем из этого карантина выйти совершенно другими людьми, одухотворенными, более, не знаю, более светлыми. Дорогие друзья, я хочу обратить ваше внимание, что у Алексея 5 детей. Это размышляет человек, у которого дом полон детей, понимаете? В интернете ходит шутка, что мать 4 детей на 3-й день карантина изобрела вакцину. Знаете, вот с детьми самое сложное. У них очень много энергии.
они еще, как сказать, не готовы философствовать от жизни, особенно маленькие. Вот. И они, конечно, двигаются, их очень тяжело удержать, им нужна улица, нужны какие-то подвижные все эти вещи. Вот с ними, на самом деле, сложновато. Они не могут долго там дистанционно учиться, им, конечно, что-то надо. Вот тут я понимаю людей, у которых вот много детей, внуков, которые живут в одном пространстве. Ну, это такое некое даже напряжение. Ну, что делать, в общем-то? Не знаю, заряжайтесь от них молодостью. Потому что общение с молодыми, в том числе с внуками, детьми, оно как-то взрослого человека делает моложе, здоровее, счастливее. Спасибо большое. Дорогие друзья, я вам напомню, что с нами на прямой связи был Алексей Филатов, эксперт по вопросам безопасности, кандидат психологических наук. Ну и завершая нашу передачу, мне хочется сказать, что карантин – это не кара, это хорошая новость, это хорошие события. Давайте все-таки воспринимать это все-таки включение некого блага, потому что это возможность стать ближе к своей семье, к своим близким, родным, родственникам и задуматься действительно об этой жизни, подумать о чем-то, о чем мы не можем думать в обычное время, когда ритм жизни очень высокий. И выходя на свои балконы, лоджии, у нас есть возможность вечером посмотреть на звездное небо и сказать Вселенной спасибо за тот шанс, который она нам дает. Насколько он плох, покажет время, а может быть, он прекрасен. С вами была программа «В движении». До новых встреч и до свидания.